Хей, всем привет, друзья. Ну что, как ваше? Ничего, надеюсь, что так же отлично. Неделя началась, и я подумал, что же нам сделать в самом начале недели после таких активных выходных. Правильно, ознакомиться с вашими рекомендациями. Начнем мы, конечно же, с Лиги Легенд, потому что, ну куда ж без нее-то. Сегодня мы посмотрим клип под названием As We Fall, а именно эта тема Варуса, которую вы так рекомендовали, но мы с вами так и не могли до нее дойти, так что сейчас мы посмотрим. Как всегда, я почти уверен, что мы кайфанем, но потом в итоге обсудим, что за работа, что она из себя представляет и насколько она нравится больше или меньше остальных. Так что без лишних слов, я нажимаю на play, вы нажимаете на полный экран, и мы кайфуем. Поехали! Ой-ой-ой! Красиво! О май! Так, сюда. Неожиданно! Красивый вокал, мне нравится. Слушайте, ну визуально прям вообще, о май. Забавно. Ярко, ничего не скажешь. Любимым, как говорится, и яма. Я не придумал. Вау. О, голубые глаза. Чего они все так манят? Мило. Вау. Слушайте, драйвово. А почему говорили, что это грустная композиция? Наверное, с точки зрения лирики. Больно сейчас будет. Да. О май! Ничего себе! А, не, ну... Хоу! А чё за два в одном? А это был крутой парень. Ау! Вау! А это... Слушайте... А это вообще пролетело на одном дыхании. Не, это круто. В смысле, это несомненно... Это хорошая работа, я прям кайфану.
Ну, давайте попробуем обсудить. С точки зрения сюжета, как всегда, мне ничего не понятно, ребят, пишите обязательно, что это вообще происходило. Но выглядело это безумно красиво, очень визуально. Я так понял, они от кого-то спасались, видимо, была какая-то потасовка одного из друзей. Понятное дело, что нет, вы уже об этом писали, но мы будем говорить слово «друг» во избежание всяких недопониманий. Одного из друзей ранили, они бежали к колодцу, ну и, соответственно, решили там спастись, но, судя по всему, колодец-то оказался с подвохом. Ну и так далее, и так далее. Магия, волшебство. Визуально вообще ни до чего не докопаться. Графони прям конфетка. Очень вкусно, очень красиво. Я бы вот с удовольствием посмотрел полную анимашку. Вы дико просили, кстати, немножечко отвлечемся. Извините, пожалуйста, просили посмотреть трейлер «Аркейн». И я все до него так и не добрался, и не смотрел его сам, но ощущение, что, наверное, мы с вами поэкспериментируем, и на днях мы посмотрим все-таки трейлер, что он из себя представляет, да потом пообщаемся, чего ждать, чего не ждать. Но Netflix никогда не огорчает на анимационке, да еще и сама Лига Легенд подключилась, студия Riot, так что я думаю, это будет пушка-вышка. В общем, мы посмотрим, ну, обсудим, что там да как, а пока вернемся к нашему зверю. Если мы говорим про видео, в общем, никаких претензий, все дико круто. В общем, как всегда, я даже не знаю, вот каждое видео я спрашиваю, а есть ли смысл обсуждать? Может быть, только что-то было очень необычное, что-то выделяющееся, но это всегда есть, так или иначе. Анимации отличаются, графония отличается, и это очень круто. Мне это безумно нравится, в общем... Я получаю дикое удовлетворение для глаз каждый раз, когда мы смотрим какую-то очередную работу. С точки зрения аудио, это было Халёша. Это хороший трек с элементами электроники, с элементами, я бы даже сказал, некого рока. Поэтому очень так драйвово я ожидал, если честно, другого. Когда говорили, по-моему, кто-то говорил, что это тоже грустная история. Но я так прикинул, что, скорее всего, имелось в виду, что грустная она с точки зрения лирики, с точки зрения аудио. Это очень такой заряженный энергией трек, и ты его можешь послушать в любой момент. И когда тебе грустно, и когда тебе весело, поддержать настрой. Так что рекомендую, добавляйте себе в плейлисты, вообще в любые, я думаю, это... Трек есть везде, и Apple, и Яндекс, и Spotify, и даже ВК. Так что обязательно добавляйтесь, а вы обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по данной работе, по данному клипу, как он в сравнении с другими работами. В общем, давайте наведем суету и оценим по масштабности любви, насколько сильно он у нас высоко. Или низко находится. Ну и, конечно же, я говорю вам огромное спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравилась реакция, понравилось само видео. Не забывайте также, друзья, писать рекомендации, что нам с вами нужно посмотреть. Вы пишите только годноту. А это факт, все кайфуют, когда мы смотрим. Поэтому не стесняйтесь, обязательно пишите. Все посмотрим, не сразу, но дойдем. А пока я говорю вам пока, друзья. До скорых встреч, далеко не уходите, ведь совсем скоро новое видео. И, конечно, уже по классике, друзья. Люблю, целую.